Спонсор прогноза погоды – ЗАО «Эвалар». Чтобы кишечник работал как часы, принимайте жевательные таблетки «Феталакс» от «Эвалар» – фруктовое послабляющее средство. Попробуйте также новинку – шоколад «Феталакс». «Феталакс» – послабляющее средство на основе фруктов. Жевательные таблетки «Феталакс» не требуют запивания. Новинка – шоколад «Феталакс» при склонности к запорам. Здравствуйте! С прогнозом погоды на понедельник, 28 ноября, вас познакомлю сегодня я, Вероника Шавкова. Пожалуй, эта осень самая снежная за последние несколько лет в Алтайском крае. В ближайшие дни на всей территории региона будет пасмурно и снежно, но зато стихнет сильный ветер. Холоднее всего в понедельник будет в Бийске и Белокурихе. Там температура опустится до минус 9-10 градусов. В Алейске, Тальменке, Рубцовске – минус 6-минус 8 градусов. В Заринске и Змеиногорске – минус 5-минус 7 градусов мороза. В Камне-на-Оби и Кулунде – минус 4-минус 6. Теплее всего в Славгороде – минус 3-минус 6 градусов ниже нуля. В краевой столице тоже потепление – минус 7-минус 5 градусов, пасмурно, снег. Ветер юго-западный 6-7 метров в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. На этом у меня все. И помните, главное – это погода в доме. Хорошего вам дня!